В китайском Даляне проходит Всемирный экономический форум «Летний Давос». Более 2000 участников из 80 стран обсуждают пути достижения инклюзивного роста в четвертой промышленной революции. Это касается применения технических и политических инноваций для ускорения устойчивого развития и реального трудоустройства. Совещание Всемирного экономического форума «Летний Давос» проводят в Китае ежегодно последние 10 лет.